Здравствуйте, товарищи! Требуется уровень 60. Так. О, это что такое? 10 уровень, что ли? Это начальный капитал. Приключение начинается с медиками в кармане. Ходячий торговец может выкупить свитки. Так, это у нас дополнительный навык. Цена. Волевая поддержка. Останавливается, когда потрачено определенное количество снарядов. Боевая поддержка, дополнительный навык. Плюс один к дополнительному навыку за потраченные 120 обычных, крупных 30 особых снарядов. Что за хрень какая-то? Мощные стрелы увеличивают мощь оружия. Улучшение силы навыка. 30 к урону от навыков. Ничего не понятно. Оружие. Охотник за оружием. Дополнительное оружие после смерти элитного врага или босса. Минус 2 секунды к восстановлению энергетического шара. Мощные стрелы. Всё. Улучшение силы навыка. Что за навыки? Ничего не понятно. Эджек. Мы уже это открывали. Чем дальше враг, тем больше урон от оружия до 100%. Сокровища. При уничтожении предметов могут выпасть медики с меньшим шансом. Экстракт души и булочка. Костяной дракон. Радка. Стреляет
надеющимися на врага лучом, автонаводящимся. Навык оружия. Создание метки, на которую будет наводиться луч. Начать. Так, здесь вообще ничего не понятно, что тут стоит. Требует способность помощь с оружием. Уничтожение предметов приносит денежку. Перестало приносить денежку. А почему? Непонятно. Заперли. Приносит гранаты. Странно. Перестала приносить. Тут гранаты выпадают. Вот зараза. Где деньги-то? Деньги-то где? Гранаты так неудобно расположены. Лучше было. А R уже занято. И все равно. Чем мне этот Q нажимать? У меня безымянный палец занят. И что-то. Это трещина. Чего? Эта трещина ведет к сокровищу. Разбив ее, герой может войти в сокровищницу. Я так подумал, что это не даром будет. Это про какую-то гадость. Ой. Так. Сокровищница.
13. Ужас. Ужас. Случайный, редкий или легендарный свиток, ценный культный свиток, спокойный, алчный, получить поврежденный культный свиток. Так, 5 к урону от стихий в течение 10 секунд при каждом убийстве.
Россию активного оружия. 50% к наносимому и 20% к получаемому урону в течение... шести секунд врагам, пораженным данным дымовыми гранатами. Круто. Так, физический шар с вероятностью. Так, 30% скорости восстановления щита на 6 секунд после сотворения энергетического шара. Энергетический шар с вероятностью.
Красная стрелка. Отдать оккультный свиток. Получить 16 на 100. 166. Хорошо. Это очень хорошо. Даже очень хорошо. Испытания могут возникнуть в любой момент. Приключай. Но за них можно получить дополнительные предметы. Нажмите, чтобы продолжить. Не хочу. Щит восстанавливается. Так. Там еще что-то пятерка. А если нажать пятерку, что будет? Если нажать пятерку. Нет, ничего. А если вот эти вот что? Испытание пройдено. Это типа испытание такое было. Вот что. Тактический маневр. Обычный. Минус 20 к получению урона и 30 к скорости передвижения во время перезарядки. Да. Обычные снаряды. Это вместо вот этого. Сравнить. Так. А, нет, особый. Это особый снаряд. Угу. Да, с этим надо сравнивать. Урон от шока. Так, 2 метра к лошади урона, 15% вероятности удачного выстрела, 20 шанс
20% шанс повышения кучности снаряда. Урон 722, 782. Множитель критического шанса 1,5/10. Выстрелы 100 за 100 секунд 105, 98. Магазин 2, магазин 4. Выстрел создает гравитационное поле, оно притягивает ближайших врагов и взрывается, нанося им урон. 20% шанс повышения кучности снаряда, 55% скорости полной перезарядки. Ну ладно. Так, что тут у нас? Так. Опа. Так. Вот это крупные свитки. Минус 20 к получению урона. И 30 к скорости перезарядки во время перезарядки. И к скорости передвижения во время перезарядки. 100 к урону от оружия. Нет, 10. 10 к урону от оружия. За каждую. Переход между состояниями инь и янь каждые 12 секунд, 20% к защите. В состоянии инь 50 к урону в состоянии ян. Удерживайте, чтобы выбросить. О, этот окутный свиток нельзя выбросить. 20. Остревшая пуля. 20% шанс двойного расхода снарядов. Ох. Отрицательный этот самый эффект от свитка. Свиток отдали, и эффект исчез.
он меня преследует. Преследует еще крупные снаряды, особые снаряды, особые снаряды. А это крупные. Бешеная акула. Сток емкости магазина. 30 к скорости перезарядки. Процентов к емкости магазина. 140. Есть смысл поменять. Так, а еще там что? Акула. Так. Тигровая пушка. Бешеная акула. Так. Подумаем. Что-то крупные, это особые. Угу. 800. После убийства врага есть 25% шанс пополнить половину снарядов в магазине. Надо брать. Это враги под эффектом распада получают 50% урона. 50% урона при первом выстреле после перезарядки. Так это постоянно, значит. Что там? 80% урона. 80% урона. Так, неужели нельзя крупнее сделать? Ну, шрифт, ну что это за дерьмо вечное? Одно и то же. Одно и то же дерьмо. Так. Значит, 884. А тут у нас... Вон. Тик. 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 Так, обычные снаряды. Обычные снаряды. Обещаю 240. Ну ладно. Так. И что-то у нас. Тридцать крон по врагам, пораженным эффектом стихии. Одна секунда к длительности дымовой гранаты, пораженные дымовыми гранатами. Так, посмотреть, мне в стихии. Так, обычные снаряды. Урон от шока, урон неизвестно. Так, оп.
Ламберт. Сы. О. О команде. Отобразить курсор мыши. Так, табуляция, это инвентарь. Почти инвентарь. Оккультные свитки. Я все не прокачивал этот самый героя. Оказывается, чтобы новый уровень получить, нужно характеристики выбрать. Бум. О, восстанавливается. Щит восстанавливается. Ура! Ура! Так, идти. Да, это я зря так сделал. Да. Восстанавливается. Восстанавливается. Херня может закрыться в самый неподходящий момент. О, использовали гранатики. Гранатики. Так, что если... Нифига себе. Куда он стреляет, непонятно.
но это испытание какое-то прям. Прям какое-то испытание. Урон от распада. Крупные снаряды. А, это метательный нож. Мы такой встречали. Окутные свитки. Ничего-то я не понял. Я же ничего не взял вроде бы. Так.
овсяном кузнеце. Что я, лошадь, что ли? Так, и то у нас особые снаряды. 40 корон отмолвись, 50 наносимо и 20 к минус 50 на 20 получаемого урона в течение 6 секунд врагам, пораженным дымовыми гранатами. 40% корона от огня. Есть от огня. У нас нет от огня. Вообще огня нет у нас вообще. Урона от огня. Урона от огня. Урона от огня. От ожога. От ожога это от огня считается или? Урон от ожога 40%. Ну давайте возьмем этот. Так. Нужно будет теперь залезать туда. Залезать. Это 40, и это 40. Это 5 раз. А урон-то меньше. Урон. От огня.
передвижение противника минус 50. Скорость передвижения противника плюс 50 к урону атаки. К урону здоровья. Ожог наносит противнику непрерывный урон. Особый снаряд. 208 или 98. 884. Четырехкратный урон. Критически четырехкратный. Это еще особый снаряд. А почему здесь не написано особый снаряд? Они ведь особые. Осталось улучшений 2. Так. Или вот это улучшить. Или вот это. А кто тут замедляет? Тот замедлял. Так, ну ладно. Движение обычное. Рывок можно использовать 3 раза. 3 раза. Рывок. 1, 2. Я сейчас улучшаю это. Действительно зря. Нужно было что-нибудь купить здесь. Ну и здесь то же самое. Это у нас все есть. Почему-то. Ну ладно.
Зараза! Сволочь! Дважды промахнулся с этой самой. Сволочь! Подонок! Падла! Убил такого котика! Способности. Начальный капитал. Канал поставки. Увеличение количества снарядов всех трех типов. Цена. Возможность изучить больше дополнительных навыков. Навыку за потраченное чего-то. Охотник за оружием. Дополнительное оружие после смерти элитного врага или босса. К максимальному счету. Можно улучшить. Ладно. Подтвердить. Ладно, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Вот столичка не хватило. Уровень.